Скидки до 90%. Такого еще не было и уже точно никогда не будет. Только сегодня и только для тебя. Заходи в магазин и покупай любимую игру реально за копейки. Дешевле просто некуда. Торопись, так как предложение ограничены, ты можешь просто не успеть купить любимую игру за копейки. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, и сегодня поиграем в симулятор создания ноутбуков. Как-то раз мы играли в похожую игру, где нужно было создавать смартфоны, но здесь ноутбуки. Процессоры, видеокарты, ну и, соответственно, дизайн будем делать. Итак, для того, чтобы начать делать, нам нужны сотрудники. Как видите, у нас офис для четырех человек. Давайте попробуем нанять каких-то сотрудников. Так, это у нас дизайн команда, технологии команда. Это вся команда получается, а это те, которые мне доступны сейчас. Так, Кейтлин Мортон. Ну, судя по всему, у нее как бы технологии более прокачанные. Давайте наймем ее. В принципе, у нас особо вариантов-то нет, потому что я не могу дальше пролистнуть. Давайте всех наймем сейчас, которые есть. Пускай они работают. Странно, оба женщины были, но кто-то из них, получается, мужчина стал. Итак, что мы будем делать? Мы будем делать ноутбук. А, подождите, у нас есть навыки изучения. Давайте изучим что-нибудь. Ширина ноутбука, так, так, так. Нам нужны технологии. Ведь все любят технологии. Будем делать крутые технологии. Ширина экрана, высота экрана пусть будет. Разрешение, технология, согласен. Так, и у нас осталась фигня. Чуть-чуть осталось совсем. Сенсорной нам не хватит. Процы. Так, количество ядер можем сделать. Вот, пускай будет количество ядер. Все. Давайте запускать в создание наш первый ноутбук. У нас, посмотрите, у нас бюджет 74 миллиона долларов. Ну, было 75, я так понимаю. Итак, создаем свой первый ноутбук. А, название ноутбука. Компанию я назвал Apple. Ну, типа как Apple, только Аплу. Так, ноутбук мы назовем что-нибудь типа 1, просто вот так назовем. У нас будет по очереди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, ширина ноутбука. Это что просто... Ну, слушайте, а на размер экрана... Не, влияет, кстати, на размер экрана. Ширина экрана, толщина ноутбука, это уменьшается. Высота экрана, хорошо. Здесь клавиатура, Здесь, как видите, есть разные виды, можно посмотреть со всяких сторон. Так, положение камеры, высота трекпада. Я думаю, это все не особо критично. Так, верхние углы. А, ну мы это даже не можем делать. Теперь дизайн. Это, соответственно, его цвет. Цвет, давайте какой-то нейтральный сделаем. Белый такой, вот, пускай будет. Дальше это дизайн. Логотип можно поставить. Здесь получается у нас что? Технологии экрана. У нас TFT-матрица, IPS и AMOLED уже доступен, потому что я его прокачал. Неплохо. Uh, Full HD разрешение есть. Слушайте, ноутбук дорогущий, 853 доллара получается. Так, дороговато, конечно, процы Infel, потом Asus, AMG, Гигабайт REL, это как Dell получается, да? Alienware, Alienware, Alienware. так, ну, инфул, конечно же, по классике. Неплохой, кстати, проц. 2 гигаба оперативки и на борту 128 гигов памяти. Это что такое? О, видяшка, видяшечка, неплохо. Видяшки можно помечать, и поменять. Это MSI у нас получается, это не знаю что, это гигабайт, Radeon, Polit, EVG, сапфир Asus, Zotac. Ну, Asus неплохая, кстати, кайфово выглядит. Два ядра поставим. Так, здесь что такое получается? Доп-ПО. О, я могу разные эти системы установить. Вот винда, допустим, да? Можно винду предустановить. Ну, пускай, мне кажется, винда одна из самых распространенных. Аккумулятор нельзя добавить. Ну, USB тогда, Type-C и 3,5 джека добавим, пускай будет. Так, динамики. Ну, кстати, звук на ноутбуке, это важно. Потому что, когда я первый раз услышал звук на у тебя Apple. Я просто офигел от качества звучания. Так, ну что, что можем? Акустический канал 1.1 тут можем сделать все. Дальше, что такое упаковка? Упаковочку, цвет упаковки можно менять. Не, пускай белая будет. Ну, в принципе, я не знаю. А, это мы уменьшаем толщину. Мне кажется, что компактная коробка, на лучше. Так, можем положить зарядник. Время полного заряда. Но это, видимо, адаптер мы просто кладем более такой, более мощный. Ну и давайте выпускать. Так, себестоимость 821 доллар, цена продажи предлагает нам 1200, но я предлагаю немного зарядить цену вот так вот, потому что ну, как бы надо что-то нам заработать сейчас. Давайте попробуем это сделать, хотя можно было бы первый ноут сделать дешевым, просто для того, чтобы завоевать аудиторию себе для наших ноутбуков, для нашей линейки ноутбуков. Так, а, пошла возня, мы немножечко сейчас продвинем наш ноутбук, купим рекламу вообще везде, где можно, потом прокачаем уже это все. И так, сайты, SMM сайты, социальные сети, ну погнали. За 10 дней будет сделана реклама, неплохая причем. Мы потратили много денег, кстати, у нас было 74 миллиона, сейчас 69 осталось, 5 миллионов мы куда-то, наверное, на разработку они ушли. Не знаю, на рекламу может столько уйти или нет. Я понимаю, что, по сути, здесь далеко не все нужно выбирать, но пока первый наш запуск будет, чтобы он был максимально успешным, давайте вообще все будем выбирать. Еще 3 миллиона ушли в рекламу. Странно, смотрите, как 63 миллиона показывает. Было 69, я 3 миллиона потратил. Хм, приколдесно. Ну-ка, еще разок сделаем так же. Смотрите. Общая стоимость. Так, у блогеров возьмем рекламу, потом в киберспортивные турниры возьмем. А, так, 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 ТВ, сайты и соцсети. Миллион 400, смотрите, забираем. А у нас пропало 3 почему-то. Как-то неправильно считается. Не знаю, с чем это связано. Ежемесячные затраты. Еще 58 тысяч у нас улетело. Но это, видимо, на офис затраты, я так понимаю. Итак, ноутбук у нас почти, почти готов. Ошибок очень много почему-то. Посмотрите, сколько ошибок вообще жесть. Так, а не можем мы сотрудников поднанять? Не, а сотрудники пока не хотят к нам, потому что у нас компания еще нонейм. No name. Но зато у нас очки, видите, изучения добавляются. И по идее мы можем прокачивать какие-то новые моменты. Сейчас у нас запустится уже ноутбук. Я надеюсь, что все пофиксится здесь. Не хотелось бы, чтобы ошибки были. А, ну оно и фиксится, смотри. Эх, они не успели пофиксить ошибки. Ошибки не пофиксили, нифига себе. Так. А, честно говоря, я не уверен в продажах этого ноута, поэтому давайте мы сделаем 50% бюджета на его разработку пойдут. Может, надо было презентацию сделать? О, слушайте, ну неплохо. Смущает недолго работа, выглядит неплохо, покупка довольна, за такие деньги вполне отлично. Ну, хорошо тогда получилось. Я думаю, что мы в целом затраты отобьем. Давайте пойдем изучим что-нибудь еще сюда. Ну, я предполагаю, что нужно все-таки технологии изучать. Так, SSD может вообще выучить. Можно создать свой процессор, видите? Так, свой процессор, DDR. Ну, давайте у нас еще 20 есть в запасе. 20. На чем можем потратить? Аккумулятор, конечно же. Аккумулятор это нормальная тема. Еще 10 можно что-то потратить, но я сомневаюсь, что... А, толщина упаковки. Зарядное устройство уже не хватает. Здесь десяточка эксклюзивный дизайн только есть. На тачпад не хватает. Здесь десяточки вообще никакой нет. Ну ладно, давайте пока оставим так. Uh, фанатов у нас что-то нету, ну, давайте еще в маркетинг вложимся, у блогеров закажем рекламу, это еще Вилсеком здесь, а, у Вилсекома сейчас закажем... закажем рекламу, так, и на ТВ, и на сайтах, и на соцсетях, так, пошла немножечко возня у нас, потихонечку, потихонечку пошли продажи, uh, что мы можем сделать, мы можем сразу создать свою социальную, не социальную, как это, О -ос, ось свою можем создать, так, опять ежемесячные затраты. Не могу ли я... Стоп, 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 сто, стоп. Не, 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 не хочу ноутбук, я хочу сотрудника. Так, отлично, появились из четырех можно нанять сотрудников. Нет, нельзя, можно всего лишь этих нанять. Ладно, нанимаем пока тех, которые есть. Чтобы просто... Все, у нас, видите, офис забит уже. А давайте, наверное, моя ось. Так, чтобы изучить ось... По-моему, 40 очков нужно. Где это у нас они? Э -э так. Не то, не то, не это. Зарядное устройство. Уровень офиса. А где? А где вообще? Не понял. Разрешение. Так, материал. Что-то я не понял. Здесь что ли? Процессор здесь только можно создать. Хм. Не понял. А вот. Нет, это MicroSD. А, вот она. Фу, самое первое, я просто на нее внимания не обращал. Итак, это значит, что нам нужно что? Нам нужно, значит, с вами делать накопить 40 очков. Для того, чтобы накопить, давайте сделаем ноутбук еще один. Сделаем сейчас бюджетную версию. Так, это у нас будет 2 мини. Или один мини. Вот так называем мини. Один мини создадим сейчас ноутбук. Так, здесь все оставляем. Экран. Экран мы делаем AMOLED. Разрешение, наверное, HD. А что цены такие, ребята? Че цены конские? Я что-то не понял, откуда цены такие? Это от экрана, что ли? Не, вообще ни на что не влияет. Разрешение. Тоже так себе. Откуда такие цены? Посмотрите, что за цены вообще. Очень дорого почему-то. Так. Не знаю, с чем это связано. 120 Гц можно даже сделать. Так. Тоже Intel берем. Тут прокачиваем по максимуму видеокарту. Количество ядер берем, делаем. Цена пипец огромная. Также на винде делаем, я думаю. Так, аккумулятор есть. USB. Все, добавляем. Здесь без разницы, по сути, потому что тоже ничего не прокачано. Упаковка. Только зарядник. Слушайте, а мы... А... Так, а где? А где батарея? Где-то была батарея, которую мы должны с вами установить новую. Я не знаю, где она. Так, здесь нету. Может быть, здесь? Нет. А, ну, и, наверное, да, наверное, я поставил это. Ладно, создаем. Мы сделаем его сейчас супер дешевым. Будет стоить вот так вот, потому что там нет никаких-то интересных решений, ничего нету. Нам просто нужно сейчас дальше прокачиваться. Давайте пока делаем дешевые ноуты. Я сделаю их немного. Наверное, процентов 40 от бюджета потрачу на производство. Так, у нас еще эти даже, как видите, не готовы. Тихонечку. Ну, слушайте, а мы, в принципе, в плюсе. Да, мы в плюсе от этого ноута, это хорошо. Ошибок дофигища, потому что у нас что-то команда не особо эффективная, если честно. Так, фанаты сами, видите, добавились. Мы такие, как небольшая компания, которая развиваемся где-то в Кремниевой долине. Ну, неплохо, посмотрите. 43 тысячи копий было продано. В принципе, денег поднял. Почему нет? Так, я предлагаю в маркетинг еще вложиться. Или в маркетинг. Так, берем ТВ. Э, ну и спорт тоже возьмем. Много же фанатов спорта. Да, неплохо, я считаю. Пускай, пускай качается. Я бы, наверное, взял офис побольше. Но я думаю, что не сейчас У нас очень много ошибок почему-то. Прям очень много ошибок. Я не знаю почему. Мы можем нанять каких-то новых сотрудников? О, нанять. Все понял. Я сейчас уволю самого неэффективного. Тут видите. Ну вот этот уволить. А этот кайфовый чувак. Нанять. О, еще классно есть. Так, вот этого дизайна вообще у нее нет. Уволить. Новые сотрудники. Так, а только что она была же кайфовая, нет? Т потому что дизайн типа у нее слабенький, что ли? Нанять. Так, ну, наверное, пока так вот сделаем. Пока такой выбор. Ну да, слушайте, больше выбрать это не кого. В общем, команда сейчас получше получается у нас вот ошибок дофиги еще, видите, они их не успевают фиксить. Очень много почему-то ошибок, не знаю, с чем это связано. По идее, все, все круто, но ошибок реально прям очень много. 100 ошибок, ну как это так? Мы не можем выходить на рынок, когда у нас 100 ошибок, но ну, это же неправильно. О, видали? Я нажал на штуку и получил дополнительно. Ха, -ха я не знал, что так можно. Итак, как я говорил, давайте процентов 40 сделаем. Из презентации запустим его. О, пошла. Аплу презент. One Mini. У -у -у. Вот это дизайн. Посмотрите на экран. Full HD. Супер AMOLED. Процессор и память. Лучше, чем в десктопных компах. Графическая карта нового образца. Батарея на 45 ампер часов. Наверное. Милливатт. Операционная система Windows. Всем удобно, всем привычно. Оп. Ну-ка. Замечательная аудиосистема Динамик от Yamaha. И цена этого чуда всего лишь, всего лишь 988 долларов. Это вообще лучший ноутбук в мире. Вау, посмотри, не рыба, не мясо. Ты сам не рыба, не мясо. Вот здесь написано, видите, ноутбук отрабатывает каждую потраченную копейку. Хорошая игровая машина. Превосходный дизайн. Вот дизайн особо мне понравился. Я его не делал, и поэтому он отличный получился. Итак, у нас ноль фанатов добавилось. Ну и фиг с ними. Пускай нас никто не любит, но у нас кайфовые ноутбуки. Поэтому мы идем дальше прокачивать технологии. Так, а... что мы сделаем? DDR. RAM. Память, все, нет, не видеопамять мы сделаем, можно свой, нет, свой просто не будем сейчас делать, аккумулятор, аккумулятор это то, что нужно, и еще у нас э, пятнашечка вылезет, так, на пятнашку что мы можем сделать, М -м, акустические каналы, да, почему нет, чтобы круто звучал ноут, мне кажется, это важно, так, пошел процесс у нас продажи. А пока у нас идет продажа, мы закупим немного блогеров. Потом мы купим чуть-чуть на радио, на ТВ, на сайтах и на соцсетях. Рекламки купили. И пошли создавать новый ноут. Создадим сейчас дорогущий. Так, два. Потом сделаем два мини. Ну, вы поняли, как это работает. Так, делаем все, что доступно. Короче, сделаем максимальный просто, который будет в разы круче того, что было до этого. Так, цвет черный. Если тот был белый, белый то это будет черный. М -м, с логотипом. Логотип непрозрачный. Э -э сканер отпечатка пальца. Да. Положение. Мы можем сканер сделать. Это кайфово. Эксклюзивный дизайн. Вообще класс. Что там за эксклюзивный дизайн? Ну и пусть будет. Ладно, почему нет. Так, подсветка клавиатуры, тачбара это ничего не доступно. Поэтому идем дальше. Так, экран AMOLED. Full HD. 120 Гц. Дальше процессор. Давайте сделаем, может быть, на каком-то. Так, видите, некоторые процеды можно улучшенные взять, да? Но инфол реально такой сбалансированный, видите? Так. Ну слушайте, реально, Intel-то прям топчик получается. О, -о, О, Нормально, памяти навезли. Так, видюшечка второго поколения тут появилась. У Полита. Здесь что, винду также ставим. Не будем мы ничего менять. Новая батарейка жесткая. Так, динамики у нас теперь появилась, видите, второго уровня. Кан канал 2.0 уже появился у динамиков. Упаковка, все, добавляем. Так, цвет упаковки, пускай будет серый. Ну, слушайте, ну неплохо, смотрите. Двоечка наша, да. Ну, ведь цену, цену немножечко задерем, потому что это что-то новое на рынке. И получается и мощность, как бы тут возросла, и все классно. Сейчас будем разрабатывать новый ноут. Я думаю, что мы тоже процентов 40 будем продавать от бюджета в плане. Ну, и тут имеется в виду как? Тут типа ты вкладываешь от своего бюджета, сколько ты хочешь процентов вложить в разработки. Оп. Оп. Я не знал, что здесь можно тыкать. Я, оказывается, пропускал это, представляете? Но это не кликер, здесь просто так кликать не надо. Смысла нет. Может еще что-то там всплывет? Оп-оп. Дизайн добавились. Давай-давай, в ошибки, в ошибки, в ошибки надо фиксить. Ошибки всплывите, пожалуйста. Ну, смотрите, вот сейчас я вложился в техническую команду, и у нас значительно лучше пошли дела. Так, давайте мы купим рекламу еще везде, вообще, везде, потому что я что-то не уверен, что этот ноутбук будет круто продаваться. Поэтому давайте вкинемся в рекламу. Но все-таки он дорого стоит, надо понимать. Оп! Еще дизайн. Ну, технологии у нас просто, конечно, кайф. Так, One Mini мы продали. О, слушайте, неплохо, неплохо, в плюсах. One Mini вообще разлетелся просто на ура. Ну, потому что цена дешевая. Сейчас ошибки все пофиксят они. Наконец-то научились фиксить ошибки перед выпуском ноутбука. Молодцы, молодцы, ребята. Видите, команду поменял. Все пошло лучше, как бы. Оп-оп, Ну, давай, давай. Новый рекорд. Классно. Так. Вы знаете, что? А я уверен в своем продукте, поэтому продадим вот так. 70% бюджета потратим на производство, плюс презентация. Сейчас все просто, весь мир увидят. Аплу презент 2. Это просто 2. Был один мини, один, а это два уже. Все вообще. Скрин, Full HD супер амолет там CPU и memory, посмотрите какие шикарные Процессор Info. график карт Polit Super Storm X20, обалдеть 50 миллиампер часов батареи, зарядка быстрая, все классно Винда предустановленная для любителей винды Кто не хочет винду, можете что-нибудь другое ставить Динамик от Ямахи. Двухканальная акустика, шикарный звук при цене всего лишь в 1332 доллара. Это же просто подарок какой-то. Бюджетный двух, в котором нет недостатков. Красивый, но очень марки. Очень классный. Берите. Ну это успех, ребята. Ну это чисто успех команды. В, 3, в 4 человека, 3,5. Мы наконец-то выпустили что-то годное. Посмотрите, фанаты отваливаются. Да и фиг с ними, потому что мы, мы столько сейчас... Офигеть продажи. Блогеры пусть похвалят по-братски. По-братски, Вилсаком, похвали, пожалуйста. Вилсакому заплатили. Вы видели, сколько мы Вилсакому заплатили? Смотрите. Сейчас, сейчас закончится. Мы еще Вилсакому заплатим. Посмотрите, сколько Вилсаком. 100 тысяч долларов хочет за рекламу. Не кисло так. Так, еще, еще больше рекламы нужно. Дайте еще рекламу, нам нужны продажи. О, видите, реклама есть и продажи растут. 100 тысяч баксов у нас уже, а у нас только полгода типа прошло. Ну, ну, я не знаю, как это считается. Ну, вроде как так, что ли считается. Ну, типа это год, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, я так думаю, что где-то типа 12 месяцев будет. Хотя здесь год, видите, не проходит почему-то. Не знаю, как это работает. Да, это не важно, в принципе. Самое главное, что мы уже 160 тысяч баксов заработали. Ребята, мне кажется, нам пора переезжать в новый офис. Для того, чтобы собирать новую команду. Ну, Но в целом, я считаю, что мы очень не кисло поднялись. С 75 миллионов у нас уже 175 миллионов. Я хочу создать свою ось, потому что... Так, статистика, статистика, компании, э, процессор. Не, подождите, это, это обо мне. А есть же, вот, рейтинги есть, смотрите. Стоимость компании. Ну, понятно, что мы здесь еще как бы нам очень-очень далеко, чтобы сюда залезть. Правильно? То есть у нас миллион, а тут биллионы, то есть миллиарды. 241 миллиард у Ленова. Так, прибыли. Тут пипец, конечно, прибыли у них. Процессор, видите, Intel на первом месте. Операционки, винда и macOS. В принципе, можно и так, и так делать, и подобие аудитории, но винда на первом месте. Здесь можно сделать свою операционку и толкать ее наверх. Здесь можно сделать свой проц и толкать его наверх. Ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что на этом мы с вами немножечко закончим. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем пока.